Жизнь мужчины невозможно представить без женщины. И, разумеется, нам хочется сделать второй половине приятно даже в мелочах. Поэтому мы решили поделиться с вами маленьким способом, как удивить девушку буквально за 30 секунд. Представьте, что вы сидите в кафе, и ваша девушка немного заскучала. Есть решение. Для этого вам понадобится всего одна салфетка. И сейчас Василий покажет, что нужно делать. Разворачиваем салфетку. Сгибаем ее одну четверть. Теперь берем двумя пальцами и вокруг них двух пальцев обворачиваем. И слегка подгибаем уголок. И вот у нас уже почти готов бутон. Очень плотно сворачиваем, почти до середины. Теперь важный момент. Берем уголок и разворачиваем его так, чтобы не порвать. Это будет у нас листик. Берем уголок и выворачиваем его. Это будет лист. Тут важный момент – не порвать салфетку. И заворачиваем стебелек до конца. Почти готово. Доводим до идеала. И вот получилась такая очень милая штучка. Можно вручить девушке розу. Отношения – это не подвиг, а много маленьких поступков. И мы надеемся, что благодаря этой мелкой хитрости вам удастся провести вечер приятно. Ярких вам впечатлений, любите друг друга. С вами был Мудрый канал, до новых встреч! Стоп! Самое главное-то я и позабыл. Обязательно подпишитесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. Теперь пока!